Здравствуйте! Недавно я рассказывала о аккумуляторном тримере Enco GT2025. А сегодня я хочу рассказать и показать, как заменить леску в этом тримере. Обычно в аккумуляторных триммерах торчит один усик. Для того, чтобы достать моток с леской, нужно снять защитную крышку. Нажать на кнопки, и крышка отщелкивается. После чего достать шпулю для лески. На корпусе указано направление наматывания лески. Вот здесь есть такое отверстие. Вставляем туда леску, протягиваем. Вот. И наматываем на шпулю. Туго наматывать не надо. Понемножку. И много тоже наматывать не надо. Для того, чтобы леска могла свободно выходить из шпули. Примерно 1,5-2 метра. Вот здесь есть заглубление. Туда как бы вставляем леску вот так. И отрезаем столько, сколько вам надо. Но не очень коротко, чтобы не был маленький захват травы. Теперь вот в корпусе есть отверстие. Продеваем туда леску и вставляем шпулю в корпус. Сверху надеваем крышку защитную одним щелчком. Все, триммер готов к работе. У этого триммера есть запасная шпуля, которая надевается или вставляется на ручку. В этом триммере предусмотрена автоматическая подача лески. То есть во время запуска на холостую при раскручивании на максимальные обороты подается немного лески. Очень удобно, очень просто в работе.